Но вы только посмотрите. Ох, ох, молодец, красавчик. Молодец. А это наш Петька, тот-то больной-то, который на ноги не мог встать. Уже смотрите. Пока все стадо курочек, петухов нагулялось, зашли. Петька подошел, вызвал себе вот эту вот курочку. Уже второй день он с ней. Да, Петька. Гуляет. Да, ты молодец. Дела наши идут на поправку. Я вам мешаю, да? Ну иди, где-то убежит. Видите уже, как ходит. Практически не хромает. Жених наш, Петька. Гребень у него красный, уже и сережки отросли, да, Петь? Да. Начал кукарекать. Начал кукарекать. С утра, пока нет других петухов, он выходит и кукарекает. Ну давай, Петь, давай тебя поснимаем-то. Смотри. Лапы какие, смотрите. Правые вообще отлично. Я думала, что они просто были две вот опухшие какие-то штуки. Я думала, что они никогда у него не отрастут. Но вот одна правая лапа нормальная. Левую спрятал, но я думаю, что и она восстановится. Пошел к себе. Вот тут он живет у меня. Тут он себе сам выбрал домик. Я ему от дождика все тут прикрыла. Стелю новые картонки. Тут он у меня спит. Хорошо тебе туда, Петь. Иди еще погуляй. Гуляет допоздна. А, уже лег. Вот, лежит. Лежит. Да? Все, ты спать? Ты спать, Петь? Может еще вот сидеть наверху. Один раз видела, вот на пенопласте наверху сидел. Красавчик. Так что без всяких мой таблеток, без всяких витаминчиков, только солнышко, травка и хорошее питание, и главное изоляция. Изоляция от общего стада. И все. И петух. Посмотрите, вон. Красавчик. Будет жить еще, да, Петь? Живи, Петька. Молодец. И уже вон курочки за ним ходят. Все хорошо. Все хорошо. Всем пока-пока. До новых встреч.